в лес за елкой. За новогодний. Да, а мне кажется, не достанет. Какой же достанет? Не-не-не, она прям до нас долетит. Она прям до нас долетит. Отойти мы успеем. Мы будем это, знаешь, как от первого лица снимать, короче, падение. Главное, чтобы на нее не упал. Потому что домой надо. Так, домой. А, нет, он... Прямо, кстати, со мной. Ну, я туда хочу уронить, я понимаю, да. Все равно ближе тут сходить не будем, я думаю. Вот. Что я могу сказать сегодня? 30 декабря. Вот так вот примерно выглядит снег. Это лес. Это настоящий лес, мы достаточно далеко от города находимся. С неба капает вода. Я не знаю, что это, елка, трава там или просто... Он хочет верхушку засушить и украсить. Знаешь, как это называется, вечная, типа вместо пластиковой елки поставить. Деревянная. Кибана. Кибана, да. Лаковый ёлка. Покрыть. Рашин кибана. А что, ну покрыт лаком. Не лаком, а это как это... Не два пластика, а как... Не карбон сделать, а как вот это называется, который клей-то такой, стеклопластик делают. Она туда, мне кажется, вот она наклонена явно, да, на эту сторону. Качается, кстати, зеленый качается, а это уже задеревенело. Я уже никак. Все серьезно. Если сейчас мы ее так оставим, то она на кого-нибудь. Это же точно. То есть ты предлагаешь ходить подпиливать? Подпилить так 3-4, кто-нибудь поедет. Так, ну давай. Держи на мастер-класс. Я думаю, сейчас Мишина пилит на мгновение. Я не скажу, кто мы и где мы находимся. Смотри, второй запил уже. Цепь тупая, нет? Не, ну я думаю, это страшно. Он ее хочет целиком машину. Куда-то еще везти. Заметать следы. Я потом это ускорю, конечно. Вообще в телефоне. Я думаю, сейчас все будет ломать ее долго со всех сторон. Дороги бы кидал бы туда. Нет. Короче, не допил. Не доел, короче. С утра помощи ел.
играл-то? Ты же профессионал. Я, кстати, вот, то есть уровень снега, я сейчас вам покажу, я не знаю. Вот это вот стаканчик. А снега, как 5 стаканчиков. Да. То есть снега было много, но все растаяло. Слушай, вообще это было как бы опасно. Серьезно, все это распределилось. В общем, короче, мы какую-то речку тут нашли. Не знаю, как называется. Точнее, даже, скорее всего, это не речка, а старица какой-то реки. То есть со спутника потом посмотрим. То есть лед толстый. Лед толстый, я по нему реально вот могу как бы ходить. Я от берега отошел уже метров на 5. Какие-то лунки. То есть по лункам видно, что лед больше 10 сантиметров. Дождь идет. То есть это 30 декабря идет дождь. Как бы вот так мы встречаем. То, что мы встречаем, встречать мы будем вечером сегодня там с компанией ребят. Просто приехали послушать тишину. Типа такой фигни. Вот, всем привет.
сушечных средств буквально за какие-то несколько минут. Миша, надо было сказать, за 5 минут мы сделали лавочку. Ну ладно, вот, то есть лавочка со спинкой, она широкая, то есть у нее ширина реально, ну, 35 сантиметров здесь, в принципе, есть. 40, наверное, нету, сантиметров 35. Вот, он ее закрепил клиньями. Сейчас он ее тут закрепит. Вот, то есть все, можно сидеть, то есть видно, да, насколько она широкая. Реально она широкая, то есть она позволяет сесть удобно и облокотиться даже на камеру. Да, сухая сосна, вот прям напилили и сделали. Вот. То есть любую деревянную мебель мы можем вам обшлифовать, покрыть лаком и изготовить. То есть мы подошли к уровню шлифовки. Это как бы совсем такой уровень простенький, потому что банок не взяли. В принципе, даже топором можно немножко отшлифовать, снять какие-то заносы, да, то есть снять фаски, дерево сухое, уже нет ни смолы, уже кора, когда кора опадает, значит смола уже вся высохла, вся впиталась. Ну, она не выйдет сейчас зимой-то, как бы, то есть лавочка для такого, для встречи Нового года, скажем так. Вот, и Михаил сейчас немножечко у нас тут подравнивает, подтачивает. Человеку нравится своими руками вот делать. Смотрите, да, насколько вот интересно. Буквально вот за там пару часов своими руками человек сделал прикольное деревянное изделие. Да, он кузнец, может делать ножи. Ножи, кстати, достаточно прикольные, острые. Мне нравится, как пахнет сосной, именно елкой, да, вот деревом.